Всем привет! Сегодня я получил вот такую вот посылку с AliExpress, и там софтбокс. Хочу посмотреть и показать вам, что я получил. Поехали! Сейчас буду резать, и самое главное, материал этот не порвать, из чего сам состоит софтбокс. Так, поехали! Начну. Ну да, о чем я и говорил. Хорошо, чуть не порвал. Так, надо аккуратнее тут реально. Ничего нет. Печаль. Ладно, поехали. Чехольчики. У некоторых были спицы сломаны. Смотрел на сайте. Но не у некоторых. По крайней мере, одно. Нашел сообщение, где была спица сломана. Я вот переживаю за это. Так, это рукоятка для самого софтбокса, чтобы держать. Но она такая. Хочется подлинней. Хотя нормально. Так, поехали. Сам зонт этот. Сам материал, который внутрь наклеивается, накладывается. Оставим его здесь, рыжку сюда. Все, больше ничего нет. Но он намного легче моего старого софтбокса. Так, мне прям интересно, как он будет. Угу. А как это все работает? Так. Я не понимаю, как он работает. Мне нужно время. Так, давай, работай, друг. Сам слабим. Бахалай, вахалай. Как ты должен работать? Блин. На первый взгляд он целый. Так. Вот она чё как. Ох, прям, ну чё делается? Клевенький. Сюда девается спичечка. Берем ручку. На самом деле все просто. Так, это мы пока оставим. Эту ручку зафиксируем, я так понимаю. Все пластмассовое на самом деле. Но вроде как пластмасса не из хрупких. Этот шурупчик у нас затягивает ее. И он не падает. Внешне он гораздо поприятнее. Вот такой вот, друзья, софтбокс. А давайте-ка его до конца соберем. Вот так вот. Вот это выглядит. Ну, я скажу, неплохо. Хочется, знаете что, чтобы вот эта вот сама часть его была не прям не такая. Хочется, чтобы она чуть была вот так вот. Потому что так свет каким-то пучком будет падать. Но у предыдущего софтбокса у меня так же было. Ну, примерно такой же загиб был. И мне его хватало. Крепеж, который держит вспышку. Вот
Вот это вот, что я вот не понимаю, что это. А, это... Все, понял. Думаю, что это за ерунда? Это крутится, ее закручиваешь, и не крутится. Я считаю, за свои деньги отличный соубокс. И цену, а цену я забыл, блин. Сейчас я посмотрю и скажу вам его цену. Ну и все ссылки его я скину вам в описании под видео. Вот. Я еще даже не подтвердил, что он пришел, потому что минут, наверное, 40 назад приехал домой с ним. А заказал я его за 2513 там, рублей 14 копеек. Вот такая цена была у него. И он своих денег стоит. Прям реально стоит. И самое главное, что здесь, да, здесь штука есть такая в ручке. Я вот надеюсь, что моя фишка влезет туда. Резьба, подойди. Так. Все просто на самом деле. Эта штука вкручивается сюда. И все, она держится. Да, я очень доволен. Качество отличное. Хочется, чтобы он был чуть-чуть натянут, да, такой вот, как на фотографиях там. Но он не натянутый. Но это никак не будет влиять на фотографии. На фотографии влияет ваши руки. Блин, круто, слушайте. Это да, круто. Теперь реально ручка есть. Просто реально ручка есть у него. Я боялся, что эта штука будет очень много весить. Но она из такой пластмассы сделана, что, не знаю, она реально легкая. Она легкая, эта штука. И сам соулбокс в целом меня очень-очень радует. Чуть поаккуратнее его сделать, натянуть все это, и будет вообще огонь. А теперь переходим к той части видео, где я хочу подарить свой старый соулбокс. Этот мы убираем подальше. И достаю свой соулбокс. Так, это чехольчик от него. Это один материал. Это второй материальчик. И сам софтбокс. Он в отличном состоянии. Не рваный, не дрявый. Вот такая вот у него в комплекте идет штука. И чтобы он не пылился, не лежал без дела, я подарю одному из вас. Для этого вам нужно подписаться на мой канал, оставить комментарий, поставить лайк или дизлайк, вообще без разницы. И когда наберется 1000 подписчиков, я его разыграю между вами. Вдруг кому-нибудь он точно пригодится. Всем спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Всем пока.